«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Показательные учения развернулись в Клинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Как сработали спасательные службы, расскажем прямо сейчас. На этот раз пожарная тренировка прошла в особо значимом социальном объекте – доме-интернате. По легенде, загорелся холл первого этажа. Эвакуация началась сразу, как сработала сигнализация. Внимание! Сработала пожарная сигнализация! Учебная операция проводилась без предупреждения спецслужб. На место прибыли бригады и расчеты полиции, скорой помощи, МЧС, газовой службы и Мосэнерго. Но все-таки главная сила – огнеборцы. По тревоге приехало сразу 4 пожарных машины. Вывод комиссии – все задействованные службы сработали слаженно. У нас был развернут реально ПВР, пункт временного размещения людей, с психологами, а также с подвозом туда горячего питания. Время ликвидации пожара составило 25 минут, это с учетом прибытия и так далее, от момента сообщения дежурному ЕДДС. То есть это очень хороший показатель. Главное управление МЧС проводит такие крупномасштабные проверки раз в 5 лет. Результаты тренировки занесут в специальный протокол, и уже по ним ситуацию разберут детально. По итогам работы комиссии не только конкретно по тренировке, но и в целом они проверяют район на готовность к пожароопасному периоду. По итогам будет составлен акт, где будут выставлены нам оценки. Я думаю, что будут они положительные. А уже плановые тактические учения состоятся в следующем квартале. Они охватят 190 соцобъектов округа. Дмитрий Кириллов, Валентина Мордовина, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.